Когда вы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Не отвлекаюсь от дороги. Ну, как я тебе и говорила, по окружной едешь, поворот на Кривцово, и вот, сразу он вдоль дороги. Трейд-ин. Зачем мы туда едем? Машинки смотреть. Не знаю, может быть, и покупать, а может быть, просто посмотреть. С другой стороны, впереди 8 марта. Ну, чем мне нравится трейд-ин, здесь работает отличная система обмена. Решила ты продать, допустим, свой автомобиль, а взять другой. И твой оказался дешевле, чем тот, который ты выбрала. Ты доплатишь разницу. А если твоя машина оказалась дороже, то трейд-ин выплатит тебе разницу. Что, если твоя машина в кредите? Не имеет значения. Хорошенькая машина. Боишься, что денег не хватит? Не переживай, тебе здесь подберут твою систему кредитования, все тебе рассчитают, еще можешь застраховать. Сразу, чтобы ты никуда не уходил. Ну что, моя дорогая, вот на этой машине я детей в школу вожу, вот на этой езжу по городу, это у меня специально для понтов. Знаешь, как говорится, хорошие понты дороже денег. Ты тут представляешь, хоп, и я просыпаюсь, обидно. А я, между прочим, записалась на сервисное обслуживание прямо здесь, в трейд-ин. А это, на минуточку, весь спектр технических услуг по ремонту автомобиля. Замена масла, ремонт подвески, сход-развал, шиномонтаж, все слесарные работы. Вот. А еще единый центр трейд-ин на Кривцова 81/1 дарит подарки всем желающим. Ты приезжаешь и получаешь сертификат на 20 тысяч рублей. Его нельзя будет обменять на денежные средства, однако ты им можешь воспользоваться, ну, скажем, при покупке автомобиля. А все подробности на сайте. Как тебе масштабы, да? Настоящий автомобильный шоурум. Здесь, мне кажется, даже тест-драйв на машине прямо здесь можно проходить.